Меня зовут Иван Ремень, я руководитель группы разработки в почте Mail.ru. Мой курс называется «База данных в высоконагруженных проектах». На моем курсе вы узнаете о том, как использовать СУБД в высоконагруженных проектах, поймете, в чем специфика реляционных и нереляционных баз данных. Курс состоит из трех модулей: MySQL, потом у нас идет обзор на Mongo, и в конце мы рассматриваем Tarantul, это СУБД от Mail.ru Group. Допустим, вы загружаете свой сайт в интернет, даете на него объявление на каком-нибудь Хабр-Хабр, пиарите, какой у вас крутой ресурс, много людей заходит, ваш ресурс не выдерживает нагрузку и падает. Вот на моем курсе вы узнаете, как сделать так, чтобы после Хабра-эффекта, так называемого, когда к вам придут очень много пользователей в одно и то же время, ваш сайт выдержал эту нагрузку, и люди к вам возвращались. А то так все зайдут, посмотрят, сайт упал, расстроятся, и больше к вам никогда никто не зайдет. Если вы планируете работать в таких компаниях, как Mail.ru, то вам, безусловно, понадобится навык работы с высоконагруженными системами, и я буду рад научить вас тому, как не падать, когда к вам зайдет 10 тысяч пользователей, как сделать так, чтобы пользователи были довольны скоростью работы вашего сайта и многим другим полезным вещам.